большого когда-то телеканала на базе информационной службы казахского ТВ. Теперь «Хабар» — это уже целое телесемейство, производящее практически все виды эфирной продукции, отметил президент в своем поздравлении. На праздничном концерте, посвященном годовщине, председатель правления агентства «Айдос» Укибаев вручил юбилейные медали и специальные дипломы журналистам, режиссерам, видеоинженерам и руководителям подразделений. За годы работы агентство разрослось до 4 самостоятельных каналов, вещающих на казахском, русском и английском языках. Это телеканал «Хабар», национальный спутниковый телеканал «Казах ТВ», круглосуточный информационный телеканал «24КЗ» и культурно-образовательный «Белим Жени Мадиният». Ежедневно творческая команда «Хабара» готовит к эфиру десятки выпусков новостей. Журналисты из 20 стран мира рассказывают о самых важных событиях. Эфирные сетки вещания канала включают новости, сериалы, художественные и документальные фильмы, а также программы. И сегодня работников агентства поздравил министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев. Он поблагодарил хабаровцев за многолетний и непростой труд. Сегодня «Хабар» один из признанных лидеров казахстанского телеэфира. Я сам уже долгие годы являюсь тоже вашим преданным зрителям. Хочу сказать, что это, хотя небольшой юбилей, 20 лет, но он является значимым не только для коллектива, но и для всей страны, поскольку уже многие жители страны любят, уважают телеканал за его профессионализм, актуальность, за его объективность. Грамоты и медали вручали и в алматинском филиале агентства «Хабар». На торжественном собрании, посвященном 20-му дню рождения телеканала, сегодня наградили ветеранов. Сотрудников, для которых телеканал «Хабар» стал вторым домом, немало. Многие журналисты, операторы, режиссеры, осветители работают здесь с первого дня. Кого-то из них зрители знают в лицо, а кто-то все эти годы служил в профессии за кадром. Тем не менее, все, кто сегодня собрался в одной из старейших студий телеканала, знают, на телевидении важен вклад каждого. 20 лет этот короткий отрезок так быстро пролетело. Все это самое стремились к чему-то новому, все новое, такого никогда не было. Ну, что, всем желаю здоровья, чтобы мы на 40-летие встретились.